На этом фото советские войска радостно встречают жителей освобожденного Белграда. Сделал ее знаменитый военный фотокорреспондент Евгений Халдей, автор известной фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом». Всего в белградской наступательной операции погибло более 4000 советских военных. В экспозиции 40 редких фотографий, в том числе и те, которые не попадали на страницы газет. На них запечатлен фронтовой быт. Фронтовые корреспонденты работали в любых условиях. Это было жизненно важно, потому что они обязаны были сохранить для истории великий подвиг нашего народа. История освобождения Европы, запечатленная на фотографиях, представлена на выставке в кинотеатре «Художественный». Из-за эпидемии коронавируса кинотеатр закрыт. Увидеть фотографии воочию нельзя. Но сотрудники кинотеатра нашли выход и подготовили видеолекцию о выставке, которая скоро будет опубликована в сети. Она должна была символизировать в рамках нашего знаменитого международного фестиваля «Кино детям» вот эти вот великие страницы нашей истории, которые сейчас пытаются забыть, перевернуть, переписать. Увидеть выставку онлайн можно будет в паблике кинотеатра «Художественный» 9 мая в 15:00. Там же с 6 по 11 мая будут публиковать художественные и документальные фильмы о войне, интервью с киноведами. Мэри Елчан, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.